Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на страйкбольный пулемет от компании LCT. ПКП «Печенек». Это российский ротный единый пулемет, разработанный на основе ПКМа. Комплект поставки включает в себя пулемет, электрический короб и каталог с взрыв-схемой. Печенек изготовлен из стали. Приклад, накладка ручки переноски и пистолетная ручка выполнены из АБС-пластика. Покрытие корпуса – воронение. По копийности это самый лучший вариант на рынке, так как он повторяет размеры боевого пулемета. Его длина составляет 1 метр 155 миллиметров. Длина ствола, так же как у оригинала, 53 сантиметра. Вес пулемета вместе с коробом 10 кг 200 грамм. На переключение огня оригинальная маркировка «Огонь» и установлен кронштейн «Ласточкин хвост», как у самой распространенной модификации 6P41N. Металлический короб пулемета выполнен под оригинал, вмещает в себя 5000 шаров. Также он является отсеком под аккумуляторы. Один питает привод, разъем на Т-коннекторе, второй питает сам короб. Обратите внимание, короб питается аккумулятором 7,4 вольта на мини-томии. Внутри располагается свой уникальный гирбокс. По заявлению производителя, все внутренние части стандартные для удобства ремонта и тюнинга. Длина внутреннего стволика 565 мм. У пулемета, как у оригинала, имеется крепление для станка. С помощью ласточкиного хвоста на него можно установить прицельное приспособление. Переводчик режимов огня имеет два положения – режим предохранителя и режим автоматического огня. Пулемет имеет свою оригинальную камеру HOPUP. Для доступа регулировки камеры открываем крышку ствольной коробки и у основания стволика крутим колесико. Регулируем дальность полета шара. Печенек помещается в оружейных чехлах от 120 см. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 138,5 метров в секунду. Скорострельность 13 выстрелов в секунду. Прицельная дальность 50-55 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и Instagram. Всем пока!